Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру Черепашки-ниндзя-легенды. И открываем бесплатную колоду. И что нам достается здесь? Мутаген. Понятно. Сумка, пицца, звездочки. И 5 баксов, маловато. Ну, это нам не нужно. Так, начнем с задания, ребятушки. Выполнять ежедневные задания нам нужно в первую очередь. Блин, у меня уже достаточно мутагена, можно, наверное, кого-то, мне кажется, даже улучшить или поднять по уровню. Но с этим делом мы определимся попозже, а сейчас у нас ежедневные задания, которые нужно сделать. Так, давайте, наверное, мы с вами поднимем... Да, пиццелицей. Отлично. Так. Все, ребят, пора забирать. Шикарно, звездочки у нас растут, значит, мы скоро сможем что-нибудь приобрести. Так, и начинаем проходить с вами задание. Но будем проходить на ускоренном, чтобы нам не тратить время, как говорится. Замечательно. Зэк нам выпадает. И еще разок. Ах, не дали, жаль. Так, ну что, выполнили. Это у нас было 3 задания. Теперь еще 7 в обычном режиме. Хорошо. Так, мутагена идет к нам. Прям сам в руки просится. О, еще 90. Отлично. Так, это у нас 3-й раз, да? Еще 4 раза нам осталось. Давайте по-быстренькому все это сделаем дело. Еще 90. Так, сколько дадут? 95. И комиксы нам дают. Какие-то мрачные там. И опять же комиксы. 95 мутагена. По-моему, последний разок осталось, ребята. И... сотовый телефон. Да, все, задание выполнено. Так, и пройти серию испытаний. Ну давайте вот здесь, наверное, пробежимся по-быренькому. Даже, может быть, ребята, на автобое мы это все дело сделаем сейчас. Отлично, забираем все. И можно сказать, что с ежедневными заданиями мы покончили. Ну, а теперь уже будем приступать к покупочкам. Хватает? Нет, не хватает, нужно 4000, либо 5. Жаль, а у меня всего 2000. Тогда давайте, наверное, мы посмотрим здесь. Особое событие нам не нужно. Давайте-ка, наверное, на турнир сходим. Можно ведь пару боев сделать, я думаю, да? Так кого бы выбрать нам? Давайте вот этого вот. И возьмем свой стандарт. Вот этих трое, и вот так вот. Отлично, думаю, что должны зарулить. Немножко приподняться. Так, поехали. Начинает зэк. В принципе, у меня комба, ребята, сами понимаете, какая. Опачки. Все, осталось лишь добить. И это делает у нас Майк. Бинго. Легкая победа. Так, а у меня карточки-то есть, чтобы их обратно в бой-то поставить или нет? Сейчас посмотрим. Да, есть, ребята, у меня 12 карточек. Так, растем, растем, растем. Элита. Трехзвездочная. Так, давайте дальше в бой. Кого бы взять-то нам? Черт, вот этих не хочу. Давайте вот опять же первых. Нет, вот этих вот посерединке, да. Придется, наверное, откупаться. Хотя... хотя, наверное, даже и не стоит. Давайте возьмем Эйприл. Вот этого, так. Муху. И, блин, я даже не знаю. Ну, давайте возьмем... Во! Стокмана. Это будет, я думаю, наилучший вариант. Хотя не факт, что мы здесь с вами выиграем. Ну, попытаемся, по крайней мере. Оу, да он еще и первый выходит. Вот это плохо, ребят, для нас. Для нас это очень плохо. Он потому что сделал скорость и крит. Это фигово. Наверное, сейчас меня здесь и разберут. Да, смотрите-ка. Стокмана будут бомбить. Ага. Кейси тут начали разбирать потихоньку. Шансов нет у меня, по ходу дела, ребят. Так, ладно, давайте начнем с Криса. Так, он свой получил. Успокой, почему? Ах ты, у него еще и двойной урон. Ладно, берем провокацию на себя. И Маусов вызываем. Черт подери, очень мало нанесли дамага. А, нет, 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 блин. А, сейчас у меня Стокман, что робот, что моха, скорее всего, полягут. Да, так оно все и будет. Ты посмотри, а, по два раза ходят, гады. Все, упала моя стена. Думаю, что подхил меня здесь навряд ли спасет. Ну и фиг с ним, ребят. Проиграем, так проиграем. По крайней мере, будем знать, что здесь нам уже делать нечего.
Да, и все лишь благодаря тому, что он ходит по два раза. Ну и все-таки у него черепашки-то будут помощнее, сами прекрасно видели. Бомбят они очень жестко. Стокман упал. Да, Эйприл и Кэсси тут вряд ли справятся. Все, грубо говоря, чистый проигрыш. Жаль, конечно. Но мы попытались. Если бы, честно говоря, я бы своих бы ребят поставил бы сюда, я думаю, что мы здесь разорвали бы его в пух и прах. Но я пожалел свои карточки. Думаю, что они нам пригодятся где-нибудь уже в дальнейшем. Так, ну что же, наверное, давайте сюжеточку сегодня поиграем. Вдруг куда-нибудь у нас получится так уйти. Так что рискнем. Ну, ребята, у нас грипп. Вот я эту миссию уже давным-давно хочу пройти. У меня все никак не получается. Я думаю, что, наверное, в принципе, состав у нас неплохой. Мы должны зарулить. Так, погнали. Самое главное, это завалить вот этих вот уродцев. Особенно грибы, которые меня все время здесь доколупывают. Ну вы посмотрите, а, сколько этот гриб мне наносит урона. Так, надо этот уничтожать обязательно. Давайте этот крайний. С тлей мы как-нибудь с вами разберемся. Они не так опасны, как вот эти вот грибы, которые делают массовую атаку. Ух, промахнулись еще. Так, а мы бьем. Все, одна тля сдохла. И... блин, да что ж такое-то. Ладно, тигр, добивай. Не добил, ё-моё. Ну, Крис, отлично. Так, вторая волна у нас здесь на подходе. И здесь у нас одни грибы. Так, давайте подхилимся. И я думаю, что будем сейчас массовыми ударами. Мне нужен тигр. Ах ты, ну давай, Майк, хорошо. Давай ты сделай. Ну вот, вот что я ждал. Шикарно, я вам скажу. Плюс у них пониженная атака. Ах, подхил делает. Ладно, этих мы разберем с вами. Это уже 100%. Давайте-ка усилимся. Нормулька, все, сейчас они будут у меня плакать, бедные здесь. Да что ты такое делаешь, а, грибочек. Опять массовый удар. Очень мало здоровья у нас, ребята. Мне подхилиться никак не получится. И после... а, у нас последний босс гриб. В принципе, должны справиться. Он один здесь. Правда, бьет, конечно, мощно, но... нам главное пройти, ребята. Неважно, сколько мы потеряем своих воинов, но главное пройти. Черт, Крис упал уже сразу же. Фигня получается. Ну-ка, Майк. Отлично, хорошо нанес урон. Давайте кританем. О, постепенный урон, отличненько. Слушайте, возможно, возможно, мы с вами пройдем. Давайте ему скорость понизим, если получится. Ху-ху, все, он наш. Ну, конечно же, Эйприл падает, потому что у него мало хп. А он в первую очередь бьет тех, у кого мало жизней. На-ка. Есть. Да, ребята, и мы с вами проходим дальше по сюжетной линии. Вот это вот замечательно. Ну, правда, с одной звездой, ну, ничего здесь не поделаешь. Так, что у нас тут будет, какая-нибудь сюжетка или нет? Нет. Я думал, что-нибудь там поговорят, побормочат, но ничего нету. Да, был эпизод 12, но это у нас на сложном. И причем это глава 4, нам нужна глава 5. Ребят, если мы в главе 5 с вами продвинемся, то, возможно, увидим дальше развитие нашей сюжетной линии. Так что давайте тогда приступать. У нас эпизод 9. 5 главы. Да, 4 мы не будем сейчас пока трогать. Все, возвращаемся. Ух, ну как говорится, была не была. Посмотрим, что у нас здесь получится. Так, моя команда в сборе. Да, пойдем именно таким составом. Главное пройти. Неважно уже, на 3 звезды, на 2. Главное пройти. О, хорошо. Пульнули. Добиваем. Так, давайте-ка этого тоже, наверное, добьем. Ах ты, не смог добить, блин, крэнг этого. Но зато у нас есть автоатака. Ответный удар у тигра, это хорошо, если его будут атаковать, он, естественно, будет контрить. Блин, Крис, ты мне нужен, ты не падай, родной. Еще две волны впереди, а ты уже у меня покоцанный, причем изрядно. Будем надеяться, что он доживет все-таки до следующего отхила у нас. Или подхила, как вы там говорите. Так, давайте-ка мы усилимся заранее, вдруг он у нас упадет. И будем уже атаковать. Так, давайте маусов этих вначале разбомбим. Потому что они массово бьют, а мне это не нужно в данный момент. Но эти хламоны тоже любят
побомбить, да, видите? Он еще и повесил себе дополнительную атаку, а? Ты посмотри на него. Так, ну что, тигр, давай, кританешь? Шикарно, умница. Так, этот сейчас будет, наверное... Ага, смотри, и вторую сейчас атаку. Ах, как же я не люблю, когда они так делают. Блин, не упал, а? Ну-ка, добей я April. Да что ты косишь-то, ну? Ладно, мышку добьем, я думаю. Да елки-палки, ну не могу добить. Блин, Крис, держись, говорю тебе. Все, последняя волна у нас здесь. И... Гекка и грибы. Вот это плохо. Ну-ка, давайте масухой. Так, нормуль. Кого бомбить-то? Давайте вот этого. У него как раз к нам слабость. Так, делаем подхил. Так, давайте еще масухой бомбанем. Кто-то упадет, должен упасть. Ох ты! Круть! Что я могу сказать? А ты пускай там бринчи на своем скейте. Так, получите-ка, ребята, и распишитесь. Все, остался лишь только Гек у нас, который должен сейчас, в принципе, упасть. Оу-оу-оу-оу, Крис, ну? Отлично, ребята. Мы прошли идеально. Я даже сам от себя этого не ожидал. Но меня это радует. Оу, чуваки, спасибо, что привели меня в чувство, чуваки. Эти грибы настоящая засада. Рады помочь, чувак. Кстати, Лео, как там твои братья и все такое? Я их недавно видел. Кажется, они тебя искали, чувак. Ты видел моих братьев? Где? Последний раз я видел, как они шли к зданию Итки. Хм, к зданию Итки. Я так думаю, что мы будем направляться именно туда. Карточку дали на бесплатный бой. Так, эпизод 10. Приступаем, ребята. Ого, ого, тут у нас уровни. Эй, дружище, ты неважно выглядишь. Так вот, что будет, если поддержать собачьи сухарики в мутагене. Закрой рот, суши с губами. Отлично поговорили. Ну, нас это не волнует. Нам главное их победить. Кто у нас тут? Ага, дроны. 4 штуки. Давайте начнем, наверное, вот так вот разбирать. Не будем массовым, ребята, поэкономим его. Потому что я думаю, что с ними мы и так справимся. Они тем более тут с шокерами. Массовых ударов у них нету. А, есть! Ёлки-палки, а я и забыл, что они бросают свои бомбочки. Ой, Крис, нет. Придется делать тогда так, ребята, выбора нет. Фу, где подхил мой, а? Где мой подхил, я вас спрашиваю. Блин, давайте добьем, попробуем. Нет, не получилось. И черт бы тебя побрал, Крис. Ну как так, блин, ну буквально одного хода не дожил, а, для подхила. Черт, не нравится мне такое стечение обстоятельств. Ну, тигр, покажи ему. Отлично. Так, первую волну прошли, вторая у нас. И она мне еще больше не нравится, чем первая, блин. Получи, гаденыш. Так, ну что, что? Блин, следующая у нас Эйприл на подходе, я смотрю. Ё-моё, давайте массовым бить. Может быть, все-таки успеем дойти. Так, тигр, тигр, давай просто давай атакуй. Вот этого вот цыплака. Отлично. Так, Эйприл, ё-моё. Боюсь, что она все-таки не доживет. Да, ребят, упала. Тигр контрит у нас. Мы, естественно, разбираем вот этого ниндзю. Следующий вот этот будет у нас. Ну и Мауса мы разберем уже в любом случае. Но у нас трое. Сейчас посмотрим, что у нас там за босяра будет в конце поджидать. Сможем ли мы его одолеть? Хотелось бы очень сильно. Так, ага. Вот он, значит. Ну, неплохо, давайте массовыми атаками будем бить. Опачки. Вот это расклад, вот это меня устраивает. Тигр, держись, родной, а, не падай. Хотя у тебя защита маленькая. Даже не знаю, что делать, ребят. О, давайте кританем босяру. Есть, ну а с этими уже справимся. И в результате мы с вами пройдем все-таки эту волну. Этот эпизод. Дэнц. Правда, очень хреновенько, с одной звездой всего лишь. Но зато мы сможем посмотреть, что дальше у нас будет. Так, у нас новый план. Мы захватим Итки вечером. Мне этот план нравится. Смерть всем крэнгам, рака-рака-рака. Да. В любом случае, ребята, мы прошли. Так, наша добыча. Ух, и у нас эпизод 11, да? Смотрите-ка, что это у нас там за фиг... Блин, да ладно, ну как же не вовремя кончилась пицца. И я не смогу купить, потому что у меня очень мало долларов. Тогда остается нам сделать перерыв и увидеться чуть позже.
Всем привет, дорогие мои друзья, мы продолжаем с вами играть в Черепашки-ниндзя-легенды. И у нас паки, открываем, смотрим. Так, звездочки, это хорошо. И Стокман, Бастер Муха нам достался, это хорошо. Так, ребята, заберем, а нет, подождите, еще же колода. Уже за мутагеном побежал. 10 баксов, еще 170 и крысиный король. Теперь забираем баксы наши и мутаген. Да, сегодня мы также будем, ребят, по стандарту пойдем, наверное, мы с вами. Так, здесь, слушайте, я думаю, не стоит ничего нам покупать. Карайка мне не нужна. Этот тоже мне не нужен. Так, на турнир пойдем с вами. Мне нужно немножко здесь подрасти. Как раз, я думаю, уже произошел откат у нас. Так, давайте вот этих ребят возьмем. Делаю сбор из своего стандартного набора. Так, все. Должны, по идее, мы здесь порвать своего оппонента. Ну, хорошо. Давайте начнем с массовых, как всегда. Зэк бросает. Так, отлично. Ну что, Майк, давай. Стреляй по всем сразу. Вау, хорошо. И я думаю, сейчас тигр тут завалит троих. Ух ты, всех! Ха-ха, прикольно получилось. Я даже не ожидал такого. Ну что же, первый бой у нас хорошо. Сколько? 12 карточек у нас есть. Мы, наверное, сейчас с вами есть. Элита, 3 звезды. Замечательно. И теперь давайте возьмем вот этих вот, наверное, архаровцев. Хотя лучше вот этих. Тут все-таки поменьше золотых. Хотя нет, нафига. Но я думаю, что лучше разбирать вот этих вот, ребят. Так, давайте мы сделаем сразу же откатик. Ну, естественно, за карточки. Другого способа нет. Или же нам придется просто ждать по 3 часа. Это слишком долго для нас, да? Шикарненько. Так, мне, конечно, немножко здесь не нравится Майк, который усиливает всех. Вот этот вот. Но будем стараться. Будем стараться их подбить. Так, отлично. Скорость понижена. Причем почти у всех тигр стреляет. И Майки, я думаю, все-таки добьет. Добьет их. Ну... Вау! Что ж, поздно, Майк, поздно. Тебя это уже не спасет. Давай, Эйприл, добьешь? Молодец, красавица моя. И Крис тоже добивает. Все. Так, наверное, мы, ребятушки, еще разочек с вами сыграем. У нас карточки позволяют сделать откат. Поэтому 815 мутагена еще получили. Вообще шикарно. 41-ю позицию я сейчас занимаю. Но меня это не устраивает. Я хочу еще повыше подняться. И мы с вами выберем. Вот эти вот первые ребята меня радуют. Но, черт, я не знаю. Давайте их же и возьмем. Хорошо. Попытка, как говорится, не пытка. Если даже проиграем, то просто-напросто потеряли зря карточки. Но они у нас накапливаются, так что ничего страшного. И кто у нас тут? Ой, блин, опять мне вот этот вот не нравится, Майк. Надо как-то от него избавляться. Отлично. Так, тигр, давай массовым, тоже стреляй. Ух, и теперь Майк делает выстрел. Но здесь выживут многие, сразу вам скажу. Хе-хе. Так, Крис вражеские усиления делает. Ладно, а мы тогда, наверное, кого-нибудь сейчас добьем пинком. Бум, до свидания, Крис. Так, может быть, вот этого добить? Не будем усиляться. Давайте вот так вот. Отличненько, упал Бибоп. И у нас тут Рокстеди что-то шуткует опять со своими гранатами. Ясно. Выживаем, ребята. Мы в любом случае с вами должны победить здесь. Без потерь. Ай-яй-яй, ну как так? Ну что ты... Вот... Ай, блин. Не дожила у меня Эйприл буквально одного хода. Жаль, жаль, конечно. Ну, фиг с ним, получим немножко меньше. Ну, как сказать, немножко. Очень даже прилично. На 300 мутагена получили меньше мы с вами. Так, бой. Все, ребят, на этом мы заканчиваем. И давайте проходить, пытаться дальше сюжетную нашу линию. У нас с вами эпизод 11. Ух, так, 40-е уровни у нас здесь. Блин, тяжеловато, наверное, будет. Но попытаться, я думаю, все равно стоит. Так, давайте-ка... Ох ты, у меня Донателло. Хм, давайте поднимем его, конечно, по звезде. Ну, две бронзовые, это, конечно,
очень и очень слабенько. Честно говоря, он мне не особо нравится, развивать его как бы не особо хочется. Поэтому вот мне надо... не получится, ребята, здесь, к сожалению. Кого мы можем с вами вообще поднять? Здесь есть как вариант. Так, тут много, здесь тоже очень много всего нужно. Да, по-моему, ничего у нас не получится. Сколько у меня, интересно, карточек-то этих? Давайте вот тут попробуем. Ага, не прокатит, ребята. Здесь тоже очень много нужно. Так, вот этого можно, кстати, Криса усилить. Давайте-ка попытаем счастье. Да что ж такое-то, ё-моё, давайте тогда так делать. Блин, еще очень много чего у нас не пройдено, ребят, на 3 звезды. Так что надо будет этим как-то заняться, потому что нам часто придется набивать вот эти всякие элементы для усиления своих скиллов. Так, отлично. Блин, мутаген один выпал, а. Ну, дайте мне... Во, пульт дали, отличненько. Погоди, погоди, не то, вот. Сколько нам еще нужно? 1 пульт еще нужен. Хорошо, будем его добывать. Да что ж ты творишь-то? Ну, дай пульт. Есть, отлично, все. Теперь можно его повышать. 5-я ступень, как-никак. Я бы сказал, кибодачи, можно без дачи. Так, ну что, продолжаем, продолжаем, ребят, дальше с вами смотреть. Не хочу. Не хочу. Здесь. Здесь можно, в принципе. Давайте найдем 2 люка себе. Дайте мне еще карточку Криса заодно. Ха, конечно, глубежки раскатил. Шиш, как говорится. Но главное, ребята, что у меня идет опыт. Ага, вот это уже хорошо. Так. 2-я ступень. Провокации. Ладно. Кашу маслом не испортишь. Воу, можно еще поднять даже. Ну-ка, дайте-ка мне где-нибудь надыбать кредитную карточку эту. Нет, ни шиша не вышло. Да, нужно 2. Так, бой, бой, бой. И у нас вот тут вот что? Бесплатно. О, ну этого-то мы завалим. Хотя, ребята, не факт. 4 звезды у Змейка Вьюна. И нам доступны только лишь вот эти персонажи. Как-то даже и не знаю. Будем смотреть, ребят, что у нас получится. Хорош тут колдовать мне, а. На-ка, получи. Слушайте, нет, вполне, вполне все нормально у нас идет. Я думаю, да. Победили. Кстати, вот эти вот жетоны очень тяжело почему-то у меня добываются. Другого способа я не вижу, только здесь. 40 штук получили. 4, блин, 4 звезды 40 уровня. Это без вариантов, он нас порвет, ребят. Так, что у нас тут в испытаниях? В испытаниях пока не шиша. Эпизод 4, я думаю, да, не пройду. Тут у нас 45 уровень, так что это исключается. А тут эпизод 3. Так, а вот здесь вот, я думаю, можно попытать счастье. Давайте вот этих уберем, гавриков, а вот этих вот поставим. Так, Крис, и, наверное, у нас пойдет... Ну что, Эйприл, наверное, как всегда, ребят. Куда же без подхила? Давайте. Ах, тут у нас еще 3 волны, блин. Ну ладно, будем пробовать. Так, массовые придержим пока. Будем так их разбирать. Тем более, они 30 уровня. Думаю, без потерь пройдем. Ну-ка, Крис, отлично, хорошо ты сработал. Даже Эйприл тут довольно неплохо пинается. А, тут у нас 3 тли плюс 2 бронированных таракана. Хотелось бы, конечно, массовым, но я думаю, что он пригодится. Поэтому давайте, наверное, просто атаковать. Ух, и правильно что сделал. Если они так легко разбираются, значит, здесь тоже у нас все пройдет удачно. Так, надеюсь, усиление сработает. Ладно, пинай. Так, сейчас они ходят. О, контрудар у Эйприл. Причем и у Тигра, и у Криса. Так что мы, считай, проходим эту волну на халяву. Ха-ха. Нравится мне, когда вот так вот у нас идет контрудар. Просто обожаю. Мы экономим на целом ходе, ребят, с вами. И последняя волна. Кто у нас тут будет... Дайте-ка мне... Ага,
две космические черепашки, Бакстер и два бронированных таракана. Справимся, ребята, в любом случае. Ага, давайте массовым. Зэк, ну, отлично, хорошо, пока у нас идет. Все, это что такое? Вау. Ту-дуф. Такого я раньше не видел. Ого. Крис, добил. Эй, не добил. Ладно, тигр, давай, твоя очередь. Отлично. Я уже, ребят, предвкушаю, что мы с вами пройдем это все дело. Лишь бы только... Блин, подхил, подхил. Да, обязательно нужен подхил. Лишь бы он только не вызвал своих этих мышей металлических. А, не успел. Поэтому, да, ребята, проходим. Причем, я вам скажу, довольно легко. Трудностей, по крайней мере, никаких не было. Ух! Растем потихоньку. Угу. Нейтрализатора мне дали. Интересно, стоит ли нам суваться на следующий эпизод, а? Как вы думаете? Давайте просто посмотрим хотя бы. Ёлки-палки, нет. Нет, тут все 45 уровня. Куда? Они меня разорвут. В щепки просто-напросто. А тут их 8 эпизодов. Блин. Нам нужно подрасти. Без этого никак. Так, приключения. Что у нас в приключениях? Ну, не хочу я это. Так, может быть, пройти эпизод 5, а? Слушайте, а почему бы и нет? Что-то я давно про него забыл. Давайте рисковать. У нас тут самый большой уровень, это 35-й. Сколько там? Очень много волн. Блин, надо держаться. Ну, эти-то у нас самураи фигня. Мы их разберем по-быренькому. Черт, зэку повесили понижение защиты. Ну, давай бомбани по нему. Молодец. Так, вторая волна. Ёлки-палки, да, очень много нам нужно пройти. Еще желательно в целости и сохранности. Так, Крис. Отлично, пока все хорошо. У Эйприл есть отхил, он нам пригодится. Если что, на крайняк. Ну, хорош тут баловать-то уже, а. В самом деле, провокацию повесил, ладно. Упал. Второй тоже. Третья волна у нас. Так, а здесь у нас уже босярочка. Ну-ка, давайте так сделаем. Замечательно. Так, давайте вот этого атаковать. О, Зергут. Прописать надо пинка, я думаю, хорошего. Во, валяйся. Так, тигр, добьешь, нет? Отлично, все великолепно. Все сложилось как нельзя хорошо для нас. Так, ё-моё, все-таки успел сделать удар. Последний в своей жизни. Четвертая волна, опять же эти самураи, которых мы тут же и разберем, я думаю. Нет, атаку мы пока прибережем, она нам еще пригодится. Тем более они разбираются и так довольно неплохо, без усиления какого-либо. Так, по-моему, скоро надо будет подхиливаться нам. Чует у меня, как говорится, сердце. На-ка, получи. Но Крис, нет, не смог добить. Ладно, Эйприл, молодец. Так, и здесь... Да елки-палки, еще больше самураев. Ладно, также начнем их разбирать. Массовые удары нам пригодятся. Так, ну давай вот этого попробуем забомбить. Так, раз. Сейчас каждый сделает по ходу. Все, ребят, по-моему, нужно подхилиться, я думаю, да? Потому что бедный Крис может у нас упасть в неподходящий для меня момент. А усиленная атака нам пригодится. Разобрали. Еще двое осталось. 32 уровень, да? Нет, должны. Да ладно вам, да что ж вы все на моего Криса бедного нападаете, а? Он и так уже на ладан дышит. Они все вот атакуют и атакуют. Упади. Предпоследняя. Здесь у нас, ё-моё, и Бибоп, и Рокстеди. Причем из фильма. Ай-яй-яй. Блин, тут, наверное, ребята, придется нам воспользоваться массовыми ударами, потому что, особенно Рокстеди, если он бомбанет, мало не покажется. Ну-ка, кританем его. Ох, хорошо, постепенно урон висит. Ну-ка, молодец, Майк, добил. Крис, держись, роднуля ты мой. Хорош тут дурковать, только не падай, а. Ну, зэк. Ну-ну-ну. Да, тигр сделает его, отлично. И у нас последний босс. И кто же это у нас такой? Ну-ка,
Опачки. Что это за выпендрёж такой? Ух ты, знакомая физиономия. Бешеный Крэнк. В своем, как говорится, кибернетическом костюме. Ладно, давайте делать так. Ага. Ну-ка, с ноги. Слушайте, живучий гаденыш. Очень живучий. А что он, интересно, будет делать? Опачки, и Криса как не бывало. Хреновенько это. Так, тигр, отлично, понизили ему защиту. Давай, Майк, жги. Ух, замечательно. Так, с ноги. Что он опять чудит, что он там придумал? Воу, нифига он бомбит. Да угомонись ты нафиг, а. На-ка еще получи. Блин, лишь бы его добить. Так, у него меткость понижена, да, плюс защита. Мы снимаем с себя все негативы эти. Они нам не нужны. Так, блин, Эйприл упала. Получи, гад, и распишись. Хе, понизили ему скорость. Мимо, отлично. Ну, тигр, кто добьет его, а? Майк, как всегда? Нет, не Майк, значит, Зэк. Зэк, родной, да. Оу-оу-оу-оу, чё, переклинило-то, а? Ха-ха. Готов, охламон. Ну что ж, ребята, поздравляю нас с победой. Все очень хорошо и удачно у нас получилось. По крайней мере, мы прошли с вами дальше. Ух ты. Колесо черепашки-ниндзя 2. Первый раз у меня такое, ребят. И кто нам достается? Кейси Джонс из фильма. Одна карточка. Да, хотелось бы, конечно, больше. Интересно, если я еще раз пройду, например, эпизод 5, повторится колесо или нет? Но это нам дано только узнать в следующий раз, я думаю, да? Когда мы еще разок попробуем пройти. Так, ну что, вроде бы как на сегодня мы с вами все, что у меня было запланировано, мы сделали. Так что, ребятушки, пора, наверное, нам распрощаться. До новых следующих видосиков. Так что, ребятушки, всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравился видосик. Мы обязательно с вами увидимся в следующих сериях и продолжим играть в черепашки-ниндзя-легенды. Так что, ребятушки, подписывайтесь, комментируйте и увидимся уже вскоре. А на этом все. Всем пока и удачи вам!